Детская областная библиотека имени Татьяны Мавриной ищет новые способы заинтересовать юных читателей. Учреждение приобрело интерактивную панель с записанными игровыми и образовательными программами, а также умную песочницу, с помощью которой можно узнавать новое. Устройство работает с технологиями дополненной реальности. Комплекс в 3D-проекции помогает развивать речь, память, логику, тактильную чувствительность и мелкую моторику рук. Для тех, кому ненадолго нужно отвлечься от чтения книг, установили фиброоптический душ. Считается, что этот светящийся шатер помогает расслабиться и абстрагироваться. Новые устройства будут использоваться в образовательной программе для школьников 1-7 классов «Позитивный фонарь». Программа включена в концепцию комплексного сопровождения людей с расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. На реализацию образовательного проекта из регионального бюджета поступило 2 миллиона рублей. Занятия проходят в библиотеке каждый вторник и четверг в 11, 14 и 17 часов. Необходима предварительная запись.